Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. В этом видео я вновь попытаюсь поднять вопрос профанации психологических обследований. Есть у нас некоторые знакомые нам товарищи, которые нам вовсе не товарищи, в частности в Санкт-Петербурге есть такие, которые пытаются подменить психологическое обследование, настоящее психологическое обследование, профанации такового. Речь идет о Анидеск и вообще обследованием через интернет. Я уже записывал такое видео и повторюсь в этом видео. Смысл заключается в том, что самый быстрый интернет, даже высокоскоростной, там оптоволоконный и так далее, не позволяет и не сопоставим со скоростью передачи нервного импульса в клетках человека. Наше программное обеспечение работает на стороне пользователя, оно лишено этой проблемы, то есть мы замеряем это на компьютерах. А вот через Anydesk проводить интернет-обследование, ПФО, через как бы интернет, да, это действительно происходит через интернет, но задержка, то есть вот скорость самого интернета и скорость нервного импульса в нервных клетках человека несопоставима. Это профанация. Нельзя проводить ПФО через интернет. Можно только поставить это на сторону конечного пользователя, обследуемого, значит, у него должен быть хороший, чистый, без установленных дополнительных программ компьютер, максимальная скорость процессора, оперативная память достаточная и так далее. Только в этом случае обследование приближается к некой, ну, не идеальной, так скажем, но нормальной скорости обследования. То есть, соответственно, вот среднее по мужчинам составляет 250 миллисекунд. То есть скорость реакции мужчины, у женщины она несколько замедлена, скорость реакции мужчины составляет 250 миллисекунд. А через интернет эта скорость увеличивается 100-кратно, 1000-кратно. Другими словами, если это происходит через интернет, через сети, да, то есть неважно как, но через интернет, результаты в 1000 раз будут отличаться от настоящих подлинных результатов. Это надо понимать. В этом смысле я еще раз повторюсь. Обследование через интернет напрямую, с учетом связи, да, то есть скорости интернета, это является чистой профанацией обследований ПФО. Нельзя замерить скорость реакции через интернет, по сетям интернет. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!